вами сфоткаться. Кто у нас будете? Кто у нас будете? Чтобы я подписала сразу. Еще полсезона. Прекрасно, прекрасно. Леонид Владимирович, первая часть сборов позади, здесь в Уфе. Как оцените, вот, как эти тренировки прошли здесь? Ну, в принципе, все по плану, тут особо оценивать нечего. Была обычная работа предсезонная. У нас там просто была задача определиться там по двум-трем позициям, кого мы везем в Финляндию. Ну, вот мы решение приняли, там вроде проблем никаких нет, все, слава богу, здоровы. Так что ждем дальнейшей работы. В Финляндии, наверное, ребята ожидают очень тяжелая работа. Ну, трудно сказать. Предсезонки, они вообще везде примерно одинаковые. Они везде тяжелые. Просто специфика нагрузки разная у разных тренеров. И для тех, кто не привык вот к этому тренеру, да, действительно сложно. Ну, посмотрим, как там будет. В то же время практически все игроки отмечают, что очень интересные тренировки у Веструнда. Вы обратили на это внимание? Ну, тут ситуация какая. Когда новый тренер, у него действительно подбор упражнений другой. И, естественно, для ребят это интересно. Это обычное как бы дело. Начальный этап подготовки позади, Жень. Как сейчас себя чувствует команда, вы сами лично? В принципе, все позитивно. Нормально прошло. Там первые тренировки были втягивающие. Я думаю, в Финляндии будет намного сложнее. То есть, как бы, ну, все нормально. Позитивно проходит. Фундаментальные сборы там предстоят, вот, будут большие нагрузки, готовы к ним? Ну, конечно, все ребята пришли подготовленными, то есть как бы нет такого, что кто-то не готовился, то есть как бы, ну, в принципе, все нормальные нагрузки воспринимают, все готовы. Уже игроки не раз отмечали, что очень интересные тренировки у Вестерлунда, вы согласны с этим? Да, ну, новые тренировки, у каждого тренера ну, свое видение, вот, поэтому как бы интересно, скажем, тренеру работать, который приходит, вот, особенно с иностранными специалистами, то есть как бы, ну, намного интереснее работать, чем посмотреть, как у них все по этому проходит. За нее всегда мы болеем!